София, а ты кем будешь на карнавале? Афродита. 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 Я создаю облака. Начинается время карнавалов, и в нашей школе завтра в классе, именно у Софии, будет тоже праздноваться карнавал Фашин. Выбрали тему римской мифологии и персонаж Древнего Египта. Все-все может пригодиться в школе, поэтому мой совет – ничего не выбрасывайте. Мы уже все сделали. Вечеринка богов. Ребят, привет! С вами Анна Позер, и это канал Гермагия. Остались последние приготовления. Я сейчас еду в магазин, чтобы купить что-нибудь к буфету, потому что в классе во время проведения карнавального праздника обязательно организовывается буфет. И буфет должен быть тоже тематический. Яблоко. Очень вкусно. Bei der Hochzeit von Phileos und Thetis hat uns Iris den Apfel hier zugeworfen, auf dem stand für die schönste Frau an der Tafel. Und natürlich haben Pallas Athena, Hera und ich uns richtig darum gestritten, aber hallo, jetzt mal ganz unter uns. Ich bin hier die schönste. Also. Aber das haben die einfach nicht kapiert. So. Und dann haben wir den Paris gefragt, wer hier die schönste ist. Карнавальное время здесь, в Германии, еще называют пятым временем года. Потому что это какая-то погода в это время необычная. Она не соответствует ни зимнему периоду, еще ни весеннему. Вообще, карнавал начинается с последнего четверга перед Великим постом. Еще этот четверг называют жирным четвергом, грязным четвергом. В этот день женщины на работе, в офисе могут отрезать своему коллеге галстук под самый корешок. Это таким образом они символизируют победу над мужественностью противоположного пола. Вообще, время это очень веселое. Немцы любят, наряжаются, одеваются в карнавальные костюмы. Ну, в общем, и в нашей в школе каждый раз происходит костюмированный праздник, бал. У каждого класса свои костюмы, посвященные определенной теме. Карнавальные дни отмечаются красочным, ярким костюмированным шоу на улицах. И вот здесь вот в Саарландии они не очень красивые. А мы были во Фрайбурге в прошлом году и наблюдали там потрясающее карнавальное шествие. Погнали дальше. Ты любишь карнавал? Очень, я его обожаю. Никто не ругается, я это просто люблю. И я люблю, когда ты любишь. Мы приехали в школу, и припарковаться оказалось абсолютно невозможно. О, божественная еда, божественная. Christoph, wer bist du? Ich bin ein Diener. Ich hab's gedacht, du wirst ein Zeus. Thank you.
Учитель, учиться, матете. Школа, шуля, шулею. Я уже еду домой. Сейчас начнется самое интересное. Все, дети пойдут на сцену и будут там, концерт будет, но я не могу уже оставаться. Завтра утром мы уезжаем в Берлин. И мне еще много чего нужно приготовить.